потому что не свет, свечи теплются в ладонях в память горьких страшных лет. Скажем нет фашизму, войнам, из души прогоним зло, станем в мире жить спокойно, ярко, счастливо, светло. Митинг, посвященный Дню памяти жертв фашизма, объявляется открытым. Сегодня люди всего мира вспоминают о тех, кто погиб от рук фашистов. Ведь фашизм — это не поддающаяся здравому смыслу идеология, превратившая жизнь миллионов людей в настоящий ад. Слово предоставляется заместителю председателя Совета народных депутатов Яйского муниципального района Николаю Михайловичу Герасименко. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Сегодня традиционно молодежь, взрослые люди нашего райцентра собираются почтить память тех сотен тысяч заживо сожженных в крематориях концлагерей фашистской Германии. В связи с этим я хотел бы напомнить вчерашнюю новость. В газете прочитал письмо от ЛДПР нашей правящей партии, либерально-демократической во главе с Жириновским. Письмо, обращенное к Порошенко, Петру Порошенко, президенту Украины, и правительству Украины. Так в том письме, подробностей не буду говорить, просто указывается, что уважаемые правители современной Украины, вы повторяете путь гитлеровцев, уничтожая совершенно безвинное население юго-востока Украины. То, что случилось много-много лет назад, когда
цель была поставлена уничтожить существенную часть населения, евреев, ну, многих-многих других. И физически была отлажена машина уничтожения этого концлагеря. Но трудно себе представить нам, современным людям, как можно было жить годами в этих концлагерях, постоянно испытывая голод, унижение, смерть рядом находящихся людей, видя все это сиюминутно, и выжить. Недаром на Кобзона, на Иосифа Кобзона, нашего певца, Янке, правитель Соединенных Штатов Америки, ну, не то что зло затаили, ненависть, животная ненависть, за его песню «Бухенвальдский набат». Послушайте ее когда-нибудь внимательнейшим образом. Этой песней на русском и на английском языке Иосиф Кобзон людей, простых людей Соединенных Штатов Америки, возвратил к жизни, к настоящим отношениям человеческим. Ну и, естественно, призвал посмотреть вокруг себя, что творится. Радостно. Мы – поколение, которое помнит. Мы чтим, мы гордимся, хотя некоторые стали забывать историю. И наша задача – сохранить и приумножить ее. А эти строки посвящены детям войны. По зеленым лужайкам не бегали, в годы страшной войны рождены. Труд нелегкий и горе изведали, неприметные дети войны. В ручейках не пускали кораблик, игр детских они не вели. Каждый день на заводы и фабрики с родителями шли. Героическое поколение, и сегодня вы духом сильны. Пусть же светит вам солнце весеннее, неприметные дети войны. Спасибо. Пусть войны останутся страницей в истории, чтоб ужаса, страха не знали все мы. Пусть дети не знают даже в теории коричневой, грязной, ужасной чумы. Участников митинга прошу начать возложение к обелиску славы. Thank you.
превыше других, и это доказано жизнью. И значит, мы будем помнить о них, о павших, о жертвах фашизма. «Набатом в сердцах», посвященный Дню памяти жертв фашизма, объявляется закрытым.